Мы пришли снять пару техник с Али Магомедом, но не получилось. Ну, часть третья. Пытается работать джиу-джитсу без своих ног, то есть это человек, который плохо знает джиу-джитсу. А зависеть от соперника, это не к победе, ребята. Да, я во время схватки на ACB попал в закрытый гард. То, что я говорю, работает. Я попал на колени в закрытый гард, я моментально проиграл. Простая методика, по которой мы работаем, обрабатываем соперника, утомляем его, злим его, и тогда он становится для нас легкой добычей. Уйдите, вес на нем в плечах, и проходим сюда. Либо также проходим сюда. Уйдите, вес на нем в плечах, и проходим сюда. Либо также подходим сюда. Как вам больше нравится? Это абсолютно не интересно.